1 декабря люберцы украсят 132 живые световые новогодние ели. Об этом сообщает портал РИАМА в Люберцах со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого. В новогоднее убранство оденутся 6 пешеходных зон. Художественное оформление получат также популярные места для отдыха. Более 3000 иллюминационных гирлянд украсят городской округ. Рабочие установят более 150 информационных и тематических материалов на рекламных конструкциях. Кроме того, к 1 декабря в муниципалитете установят 3 светодиодных фонтана. Один в Люберцах и 2 в Томилине. А на опорах освещения появится более 700 световых декоративных композиций. Праздничным оформлением территории городского округа займутся все управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, общеобразовательные учреждения, а также предприятия торговли и промышленности. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.